Попался! Ловушка сработала. Все, осталось мне их куда-нибудь унести. А, я ж знаю куда. Это будет просто офигенно. Стоп. Блин. Я что, в воздухе? Одну минуту спустя. Дурацкий, блин, Лёня, как можно было догадаться по воздуху пойти? Это ж воздух. О, вот это другое дело. Остался последний штришочек. Это будет просто феноменально. И... опа! Ну все, готово. Владус, иди сюда! Что происходит? Чего? Где это я? Здорово, бро! Ты попал в настоящую игру в кальмара. Это 731272 сезон. Лень, ты что совсем? Где я нахожусь? Мы что, с тобой должны соревноваться в этих локи-блоках? О, нет! Иди отсюда, пожалуйста. Кажется, я выиграю. Смысла соревноваться нету. Да как это нету, еще не понял. Мой локи-блок круче, и так понятно. У тебя вообще мама длинные ноги, но она как бы не длинные ноги, она как бы... Что? Мне серьезно выпал локи-блок говорящего Бена? Yes. Не, ну это надо отметить. Дайте-ка я его сломаю. О, смотрите, из двух блоки сразу... Леня, а, Б, ты зачем меня вырубил, объясни мне, пожалуйста. Это не я. Да как-то не ты, а кто же еще? Ребята, если вы поставите лайк на этот ролик, то значит, что вы голосуете за мой блог. Я думаю, что он 100% выиграет. Ну вы посмотрите, что, откуда у меня столько тортиков появилось, это же у Лени все тортики. Мы сейчас сделаем нам небольшую арену, на которой мы сможем открывать все эти блоки. Это вообще не хаги-ваги, это хаги-блу. Вы посмотрите, я не понимаю ничего. Как эти блоки вообще получились, Лень? Ты не знаешь случаем? Нет, 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 ты что? Ага, не знаешь, Лень, слушай, у меня для тебя подарочек есть, подожди секундочку. Давай, Владус, а чё там? А как-то чё, вот, какашка. О, спасибо. Дай ещё. А ты чё, это, совсем? Вкус, так сказать, детства. Лёня, иди, ломай блоки. Дай, 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 ну пошли. Лень, ну одну забери, а остальные я, наверное, выкину. Лёнь, поймал! Леонид Андреевич выпал из мира. Я и не сомневался. Так, ты давай тоже выпадай из мира. Господи, что с этим Лёней не так, ребята? Давайте так, если вы поставите кучу лайков на этот ролик, то мы будем чаще снимать такие... О, Лёнь, спасибо за твой блок, я его сломаю. Посмотрим, что из него выпадет. Вдруг повезет. Лёня! Ладно, пока. Как меня достал этот Лёня? У меня просто слов на него не находится, вы понимаете? Что это? Лёня, что это? Лёня, 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 что это такое? Где ты? Здесь. Снимай нагрудник, у нас сейчас Майнкрафт весь сломается. Я же говорил, что хаги-блок реально лучший, потому что у Лёни какая-то реально фигня выпадает, которая весь Майнкрафт нам полностью ломает. Хорошо, у меня есть вот такой вот нагрудник, я не знаю, зачем он мне такой нужен. Он особо защиты не дает. У меня зато куча тортиков, конечно же, мне тортики же капец. Как нужны. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Раз, потом быстренько два, потом быстренько три, потом быстренько четыре. Все, готов, экипирован. Смотрите, надеваем, готово. Ух ты, как классно смотрится. Лень. Зрители не поставили лайк. Ты что, ты расстраиваешься? Ты, то что плачешь, даже дождь пошел. Может, успокоишься? Если лайк поставят, у меня будет солнечное прекрасное настроение. Хорошо, Лень, да мы поставим лайк, конечно же. Наши подписчики самые-самые лучшие, которые всегда поддержат наши ролики и всегда поставят лайк. Ну что же, у меня реально куча блоков, даже есть обсидиан. Я не знаю, зачем он мне нужен, кроме как того, чтобы сделать огромную платформу. 5 минут спустя. Другое дело, да мне этот обсидиан сыпется с каждого блока. Это что за дела вообще? Зато у меня теперь появилась куча брони и вот такой вот огромный меч. Лёня, я, конечно, ты извини, но я протестирую. Что? Я ведь так долго строил, и она вся сломалась.
за один раз. Это просто жесть. Лень, больше ты, пожалуйста, меня мечом своим не мутось. Кажется, он ничего не понял. Вообще ничего не понял, то, что я ему только что сказал. Приземляемся. Фу, даже ни одного урона не на... Не понял. А, зараза, иди сюда. Чего? Я? Лень, ты что, совсем? Ты попробуй меня только ударь. У меня же световой меч есть, вот этот. Я, правда, не знаю, сколько у него урона. Плюс 30 урона. Ну, как-то, знаете, маловато. Хотелось бы на самом деле побольше. О, что за ведьма тут вообще? Плюс 80 урона. О, это уже другое дело. Лень, извини, я затестирую на тебе меч. Что ты сделал? Мне нужен меч посильнее однозначно, Лень. О, это все мое, это все мое. Иди отсюда, зараза ты. Лень, я тебе сейчас дам по башке. Иди отсюда, я тебе сказал, понял? Понял, Владус. Вот так-то, так-то лучше. Так, мы должны собрать весь этот материал, который выпал. Теперь мы с вами сделаем верстак. С помощью этого верстака я хочу немножечко наколдовать себе новый меч. Берем, делаем палки. Потом мы делаем вот такой вот меч на... Плюс 6 урона. Да. Лень, ты, конечно, меня извини, но... Что? Ты что, с тобой ничего не случилось? Не, Владус, ничего не было. Не кушай, пожалуйста, это я тебя прошу, хотя бы один разок. Господи, какой стыд, какой позор за Леню, вообще просто невероятный. Ребята. Отстань, стой, это, слушай, пожалуйста, иди отсюда. Меч мы с вами обалденно крутой скрафтили, но у меня еще осталось куча-куча интересных штук. Смотрите, у меня палки остались, мы с вами попробуем сделать еще один меч, только у него всего лишь 50 урона. Это, конечно, маловато, это нам не нужно, это нам не интересно. Лень, что ты там крафтишь? Леня, Лень, ты признавайся давай, что ты там это выкладывай в верстаке, что ты... Ты что, сделал самый реалистичный золотой блок? Нет. Я видел! Покажи. Хочешь, да? Ну да. Дай верстак. Ну вот он верстак, забирай. Дай верстак, а я дам блок. А вот верстак, держи, давай мне блок. Поставь верстак. Ладно, поставил верстак, на. И чё? О, у меня даже нашлась кирка, чтобы... Чего? Лень! Это был не просто золотой блок. А что это было? Это был лаки-блок, с которого выпал вот этот блок. Извини, конечно, Лень, но я должен был его протестировать хотя бы один разок. Владус, настало время проверить, чей лаки-блок круче оказался. Лень, я тебе говорил сразу, что мой. Поэтому ты давай-ка... Нет, кажется, Леня приоделся в очень хорошую броню. Как он до меня вообще достает? Я просто не понимаю, он весь в стрелах. Он уже как ежик, вы на него посмотрите. Лень, ты реально вот жежик. Подожди, давай я тебя просто столкну отсюда и все. Просто лети куда-нибудь вниз. Ты зараза такая у меня бесит. Ребята, давайте так, вы подпишитесь сейчас на канал. Вот здесь на экране кнопка подписаться. Нажмите на нее. Владус, тебе хана, смотри. То, что ты съел какашку, Лень, это не значит, что мне хана, понимаешь? Вообще-то я стал сильнее из-за нее. Посмотрите предыдущее видео прямо сейчас, оно вот здесь у вас на экране, жмите на него, там я немножко затроллил Леню. Чё ты сделал? Нет! Я немножко проболтался, просто кликайте на него, смотрите, увидимся, пока.